Остановка мочевого катетера. Ресурсы. Мочевой катетер, мочеприемник, стерильные перчатки, раствор 0,9% натрия хлорида, стерильный пинцет, одноразовый шприц, непромокаемая пеленка, салфетка, антисептик для слизистых оболочек, антисептическое мыло и кожный антисептик для обработки рук, КБСУ для медицинских отходов класса Б. Основная часть процедуры. Представить себя пациенту. Провести идентификацию пациента согласно внутренним правилам больницы. Объяснить цель и ход процедуры. Провести обработку рук на гигиеническом уровне. Надеть перчатки. Постановка мочевого катетера женщина. Уложить пациентку на спину. Ноги согнуть в коленях и слегка развести в стороны. Подложить под ягодицы пациентке непромокаемую пеленку и провести тщательный туалет наружных половых органов. Движение сверху вниз водным раствором. Высушить салфеткой. Раздвинуть левой рукой половые губы, правой рукой обработать мочеиспускательное отверстие антисептиком для слизистых оболочек. Движением сверху вниз между малыми половыми губами. Стерильным пинцетом взять клюв мягкого катетера на расстоянии 4-6 см от его конца. Обвести наружный конец катетера над кистью и зажать между 4 и 5 пальцами правой руки. Раздвинуть левой рукой половые губы. Правой рукой осторожно ввести катетер в наружное отверстие мочеиспускательного канала на глубину 3-5 см до появления мочи. Использованный материал утилизировать в емкость для сбора медицинских отходов класса Б. Снять перчатки и утилизировать КБСУ для медицинских отходов класса Б. Провести обработку рук на гигиеническом уровне.